И снова добрый день. Сегодня я покажу вам, как напрямую можно заказать тур. То есть сайт у нас на небольшой профилактике, меняем хостинг. И поэтому я вам дам прямую ссылочку, как заказать турагентство. То есть вот, как вы видите, сайт турагентства. Это компания. Вот здесь наш слетный. Я вам буду давать ссылочку уже как бы с заходом, да, и вот читаете, то есть здесь вы можете ознакомиться с программой тура полностью, да, вот полностью ознакомливаемся с программой тура, и вот здесь для заказа тура по своему возникающему вопросу можете писать на почту вот эту, если вы просто нажмете почту, да, у вас просто белый лист будет, так делать не надо. Вы просто вот так вот копируете адрес. Раз, скопировали, да? И открываете свою электронную почту, допустим, на которой почте вы больше общаетесь. В данном случае я покажу вам на Яндекс.Почте. Вот, допустим, написать письмо, да? И в адресную строку, кому вы вставляете вот этот скопированный адрес. Ну, он у меня уже есть, поэтому Максим написал. И тут пишите заявка. Все. И дальше тут Максим. Там я хочу заказать. Бла-бла-бла-бла, да? Здесь вот указано, что нужно. Обращаем ваше внимание. Медицинская страховка. Ага, так, после оплаты. Так, что тут? Порядок оформления тура. Тема письма, слет гаражников, количество участников поездки, выбранную категорию номера проживания, ну это вы прощаете, вы знаете, прибытие на своем транспорте или поезде. Ну и здесь паспортные данные, все что нужно. Здесь вот расценочки. Короче, сами разберетесь, посидите. Вот я вам показал, как скопировать адрес. В принципе, проблем возникать у вас не должно. Всем удачи, всех ждем на слете. Будет очень весело, это я вам обещаю. До новых встреч, ждите следующих видео.